Кто такие россияне? Это представители более 190 национальностей. Среди них крымские караимы. Крымские караимы – немногочисленная этническая группа, происходящая от тюркоязычных последователей караимизма в Восточной Европе. Исторической родиной народа считается полуостров Крым. Сюда предки крымских караимов пришли преимущественно из Византийской империи. В мире примерно 2000 караимов. Из них 535 проживает в России, на территории Крымского полуострова. Караимский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков и делится на три диалекта – тракайский, галичский и крымский. Крымские караимы исповедуют собственную религию – караимизм. Караимские кенасы в Евпатории сегодня являются национальным музеем. Здесь можно увидеть предметы истории и быта крымских караимов. Узнать больше о крымских караимах можно в проекте «Национальность.ру».